Девчонки, всем привет! Илюшка, здоровайся! Ребят, мы приехали с Илюхой в город перед школой. Ему же в 3. Вот, и мы решили прогуляться. Вышли, у нас ночью прошел дождик, и сейчас на улице так хорошо, прохладно. Я хочу под эту помаду-карандаш посмотреть. Вот, и в Кичиленд хочу зайти, посмотреть, какие-то там новинки есть. Может, что для кухни купить. Ну, короче, пойдем погуляем. Для... Возьму, наверное, микс. Палетки. Классные. Это румяный. Розовенький, прикольный. Вот эти мне нравятся, цвет прям. Классный. Мой хайлайт коричневый, какой-нибудь. Взять какое-нибудь увлажняющее масло для волос. Может, глиску, я вот этим брызгалкой брызгаюсь. Мне она нравится. И думаю, может взять вот этот эликсир увлажняющий. Тоже классно. Кто-нибудь термозащита еще. Не знаю, вот. Мне какое-нибудь вот масло надо, знаете, когда помоешь волос. И вот видите, он суховатый, но я сегодня еще не укладывала. Вот эту линейку, девочки, я их пробовала, мне она нравится. Кстати, в этом, на Эльсеф акция прикольная, девчонки. Я взяла себе вот этот спрей, которым я волосы делаю. А термозащита бесплатно, вообще здорово. Получается, так 800 рублей стоит, а я взяла за 400. Приятненько. Зашла в Кичиленд. Илюш, подержи, пожалуйста, вот этот пакетик. Какие красивые орешки, прям осень. Очень красиво. Ой, какие вот листочек с птичками. Так хочется какую-то новинку себе домой. Не знаю, что бы мне прикупить. Девочки, уже к Новому году можно готовиться. Бокалы шикарные. Красота. Так, это что у нас? Смотри, какой орешек, шкатулка красивая. Ой, вообще. Илья, хлеба не хочешь покушать? Хочешь? Мне вот эти бокалы очень нравятся. Помните, которые я купила в этом Faberlic? Но вот эти красивые, они вместительные. Вот эти хочу на Новый год себе потом. И тарелочки прикольные. Смотри, какие. Красота. Маленький, можешь разбить, ребят. Ой, Илюш. Девчонки, смотрите, какой орешек, масленка, какая красивая. Очень красивая. Я все мечтаю вот такую для выпечки посуду взять. Сколько она стоит, интересно. Ой, чайники новые. Это что, молоко? Вот сколько чайник? Может, тут чайник купить, кстати? А, этого чайника интересно. Классный, вот такой хочу. Сейчас спрошу, сколько стоит. Вот этот. Сколько стоит такой чайничек? А, 2,990? Да. А еще какой есть? Вот такой. Бежевых нету? Нет. Ну они вообще вот эти как нержавейка или как? Ну, как конечно, бы, да? Нержавеющая сталь, да. Ну давайте я его возьму, этот чайник. И еще хотела у вас спросить, вот эти кружки. Вон там набор этих кружек 990 стоит. Подожди. Четыре штуки. Четыре штучки, да, вот там? Эти? И с подставкой они идут? Нет, подставка без продается отдельно. А сколько стоит подставка? И тарелочки может взять. Будет вообще огонь. Тарелки классные. Две штучки идут 600 рублей. Так хочется что-то новенького. Красивые. Большие есть.
Ребята, это я, знаете, себе подарок выбираю. Мама говорит, выбери себе что-нибудь для дома. А, это заварка для чая, заварник. Такой на кухню себе коврик. Смотрите, какой классный. Тоненький, 600 рублей. Ой, 6 тысяч стоит. 600 рублей, говорю. Как его? Сейчас мы тетя придет, откроем, посмотрим. Классный, да? Тонкий такой. Красивый. Вот этот можно открыть его, посмотреть? Сколько? 250? Илюш, вот тебе лишь бы что-нибудь купить. Смотри, вон какие акции на лимончики прикольные. Смотрите, лимончики какие. Классная минажница для, с лимончиком. Хорошие скидки. Вот сейчас можно что-нибудь подобрать, да? Красиво. А вот этот какой набор красивый. В розовом. Шикарно. Девчонки, я такая счастливая. Купила себе чайник, новые кружки, подставку. Очень крутые. Короче, дома буду вам показывать. Это мне мама подарила на день рождения. У меня же скоро день рождения. Говорит, выбирай себе. Вот я и выбрала. Илюша себе на день рождения уже подарок выбирает. Илюш, вот эти вот нейлик. А вот хотя... Как у кого? Смотрите, какая куртка классная. Это мы в этом, в спортмастере. Сейчас же модно такие курточки. Классная. 46-48, девчонки. Стоит, сколько она стоит? А ну. Иди сюда. Цена ее, кстати, знаете сколько? 7000. Ну, куртка вообще теплая, классная. Фила, девчонки, мне понравилось. Очень круто. Сейчас завалюсь. Вообще офигенная курточка. Девочки, куртка прям вообще огонь. Я даже уже не хочу никакую другую. Я, может, на зиму ее возьму. Как вам понравилось, пишите. Мне кажется, Фила какой-нибудь спортивный костюм, и эта куртка больше вообще ничего не нужна на зиму. Я сейчас ее сняла, она реально очень теплая и очень модная. Мы это в спортмастере, кстати, меряем эти курточки, они вот здесь висят. Классно. Вообще Фила мне нравится, прикольно. У них бывают такие модели классные. А мы ждем мою маму, сейчас мама моя приедет, мы кофе пойдем пить. Ей так мой чайник понравился. Она говорит, блин, я поспешила, себе другой купила. Вообще огонь, да, Тёмки? Или, кстати, стоит 6750, он последний. Но сейчас я не планировала покупать. Но хочу, Тёмке нужен. Уже велосипед он просит. Классное кресло, такое красивое. Мы в хоф зашли. Нет, он на работе, Лёня. Прикольно. Мягкое кресло. Очень крутое кресло. Девчонки, хочу кресло, но пока не буду покупать. Уже когда будет другая квартира. Смотри, какое. Смотри, очень удобное, кстати. И стоит всего 8800. Классно. Это тоже цвет красивый, да? Цвет обалденный. Сколько оно? 8800 тоже стоит. Цвет красивый, постельного комплекта. Вообще обалденный. Очень красиво. Класс. И шторки прям подобрали. Молодцы. У них, наверное, эти работают. Стилисты. И вот этот коричневый вообще вписывается, да? Так красиво. Прям хорошая такая комнатка. И, кстати, в небольшую квартиру это все поместится. Спаленка такая уютная. Класс. Очень круто. Давай пока посмотрим телевизор. Очень классно. Машина, Илюш, за 200 тысяч. Я думаю, здесь и кофе надо не всыпывать. Оно само, наверное, сыпется. Офигеть, 200 тысяч. Прикольно. Тут подешевле, за 129. В Азии открыли новый магазин какой-то, Скетч. Я, честно говоря, не знаю эту фирму. Вот такая фирма. Мне привлекли вот эти розовые кроссовки. Эти классные, смотри, какие.
так люблю яркую вот одежду, обувь. Смотрите, какие классные. Стоят они, знаете, сколько? 5500. Вообще огонь. Такие мягенькие. Вообще мягенькие такие. Смотрите, какие кроссовки. Вообще огонь. Цвет просто сок. И очень мягкие. Кстати, вот их этот. Очень крутые. Это, знаете, американский бренд. Он есть в Дисконте, по-моему. Где она сказала? В Спортмастере. Такие классные кроссовки. Вообще обалденные. Конечно, я не куплю. У меня уже их столько, что можно их солить. Но приходите, они находятся, знаете, где? В Плазе на втором этаже. Вместо этого Инсити закрыли и открыли их. И еще открыли здесь Остин Китс. Остин Китс. И просто Остин нас открыли в Адлере. Остин, я не знаю, там что-нибудь вообще дельное есть. Там бабушка. Где? Маму жду. А, вот они пришли уже. Маман моя пришла. Привет. Привет. Садись. Как ее будешь? Я чай заказала. Давай попьем. Цезарь, салатик, и смотрите, какой чаек вкусный. А у Илюшки будет пицца, а мама захотела капучино. Мам, ты сейчас его зацелуешь. Мама скучает, сейчас в садик ходит, ой, в школу, в садик мальчишки, и не успевает видеться. Себе выбирает этот корзинку для хлеба, хочет как у меня. Вот тут такой выбор большой. А вот эта розовая тебе не нравится? Вот, вот эта симпатичная. Нет, бабушка же такую же взяла. Нет, у нее просто маленькая, маленькая, а вот эта вот круглая поменьше, да? Вот такая. Ну, давай вот это возьми. Розовая, да. Подойдет или коричневую? Да, да. Нет, вот это возьми. Точно? Да. Сколько она стоит? Она 989. Розовая, ну красивая. Ну красивая, это сильно большая. Вот. Ну, гляди. Тут у них, видишь, вообще выбор большой корзинок. Все, эту берем, мам. Пошли. Девочки, а я уже спешу быстрее домой. Хочу чайник свой поставить, новенький. Выбрала еще и Теме подарок классный. Тёма, кстати, хотел мягкую игрушечку вот такую. И диффузорчики взяли. Мы вызвали такси, мама стоит, ждет, сейчас пойдет по делам уже своим, домой поедет. Девчонки, представляете, хотела вызвать дешевое такси, а у нас его сейчас просто днем с огнем не сыщешь. И мы сейчас будем ехать на бизнес-классе. Шикуем, шикуем. За 500 рублей, представляете, бизнес-класс. А обычно, ну, как я езжу, 250, вот так вот, 300. Сегодня, короче, из-за того, что мы опаздываем в школу, пришлось вызвать дорогую машину. Сейчас как модные поедем. А мамусик наша подарков нам наделала, спасибо большое. И Тёмке, и Илюшке дала денежку. Вот. Мам, да ладно, уже не жди с нами. Чё, пойдёшь свои дела делай тогда? Давай, я тоже устала. Да, мама с работы, говорит, устала, вчера работала, сегодня. Сейчас пойдёт, папе хочет, что ты хочешь, перчики? Перчики будет делать вкусные, да? Ну давай на выходных тогда увидимся. Мы с тобой опоздаем и все. Сегодня у нас незапланированная гулянка, и получается, что мы нам еще 40 минут до школы. Да, Илюш? Ну я надеюсь, мы не опоздаем. Ждем, сидим машину около Плазы. Бабушка ушла уже. Девочки, спешу сейчас быстрее свой пакетик расформировать. Кстати, игрушка такая классная. Она нам, честно говоря, по бонусам досталась. Здоровская. У меня Тёмка хотел спать, говорит, хочу. Была вечная пробка. Ну да, что-то вы, у вас сначала показывало, что у вас 15 минут ждать, потом 2 минуты резко. А потому что я здесь резал. А я думаю, блин, вообще опаздываем уже в школу. Чуть-чуть нарушал. Думаю, ну правильно, что нарушали, ничего страшного. Ну, ради... Главное, ради клиентов. Просто... Тяжко все.
все, наш Мерседес уезжает. И мы едем домой. Собираться в школу. Сейчас папа, наверное, тебя уже ждет. Да? Сейчас с папой пойдешь, папа тебя проводит. Девчонки, я уже дома. Успели, слава богу, его Илюшку уже отправила с Максом в школу. Хочу сейчас здесь немножко убраться и покажу вам сейчас кружечки, которые мы купили. И чайничек. Ой, как я рада, чайник новый. Девочки, сейчас буду мыть прям плитку, и этот чайник наконец-то пойдет в утиль. Может, на квартиру старую отправлю, пусть будет, я его помою. Он уже, видите, такие чайники, кстати, я вам скажу, что их нельзя мыть в посудомойке. Вот эти ручки, они начинают, видите, вот так вот происходить с ними. И с ними уже ничего не сделаешь. Он сам, как бы, видите, не сильно такой прям грязный. А вот ручки ужасно выглядят. Я его сейчас, наверное, помою и отправлю на ту квартиру. Людям сдавать квартиру, да, как раз чайник все равно нужен. Вот, давайте открывать, сейчас покажу. Это мне мама сделала подарки, потому что у меня скоро день рождения. Девочки, взяли с мамой вдвоем, это мы уже в Хофф зашли, взяли по этому диффузору, у них там сейчас скидки. Вот, я взяла яблочко, мама, по-моему, тоже яблочко взяла. Вот, по 300 рублей они сейчас там. Вот, ладно, я потом сейчас открою. Пусть пока. Хочу вам показать же. Так, это у меня чайник. И я же купила стаканы. Стаканы. Те старые тоже отправлю на квартиру. Надо их убрать. Вот эти поедут. Они у меня столько места занимают. И они, видите, все практически в разнобой. Одну Илюша разбил, другую еще кто-то разбил. И вот так вот. Не люблю, когда вот разбитые посуды, потом нету этого. Девочки, взяла вот такую подставку. Она очень хорошо в кухню мою впишется. Сейчас отрежу этот. Так. Эта подставка стоит где-то 500 рублей. Она отдельно от стаканов. Стаканы у меня будут стоять теперь вот здесь. Я убрала отсюда свою эту... Как она называется? Redmond. И стаканы поставлю сюда. Вот так. Потому что очень удобно, когда стаканы на виду. У меня раньше так было. Сейчас достану. Ой, девочки, какие стаканчики красивые. Надо их помыть. Но я сейчас пока просто их повешу. А потом помою. Мне очень нравится... Тематика очень красивая такая, видите, цветочки. И они очень, я люблю кофе пить вот в таких вместительных кружек. Для меня это просто шикарные кружки. Вот, и у меня Макс любит с больших пить. И вот этот размер самый, мне кажется, оптимальный. И очень красивые кружки. Новиночка. Ой, я люблю, сейчас осень, я люблю себя радовать сейчас уже вот такими, да, новиночками. Хоть что-то, спасибо мамульке, подарок шикарный. Хорошо, когда подарок выбираешь сама, тогда нравится. Смотрите, как хорошо. Мне кажется, прям идеально. И я вам скажу, что очень устойчивая вот эта штука. Вот эта вот у меня, которая деревянная, она не очень устойчивая. А эта прям очень устойчивая. Так, вот так, фрукты. Сахар. Надо протереть. Сейчас чайник мы с вами откроем. Ой, красиво. Мама, кстати, тоже корзинку такую хорошую взяла под хлеб. Вот у меня тоже есть, видите, вот такая корзинка. Очень удобно, девчонки, все не на виду. Не люблю, когда вот эти печенья, все-все-все, знаете, лежит вот так навалено. А вот так красиво. Мне кажется, очень. Так, давайте чайник откроем. Ну, чайник я хочу сначала помыть, духовку мне надо. Но я вам покажу его поближе. Мама говорит, что он очень хороший. Ну, хорошее качество. Мама у меня тоже любительница всякие новиночки покупать. Ой, он такой... Почти 3 литра здесь, ребят. Почти 3 литра, 2,8. Ну, нам хватит на всю семью. И я очень люблю, когда вот это вот открывается вот так. Вот так. Видите, раз, налил, закрыл. Мыть я его в посудомойке не буду, буду очень аккуратно. Короче, вот такой вот красивый чайник у меня. Красивый, очень красивый, довольна, вообще класс. Так что, ребят, сейчас буду мыть плиту.
готовить ужин. Вечером, может, прогуляемся. Так что вот такие вот у меня новиночки. А, подождите, я же вам не все показала. Я же еще в Ревгош зашла, не показала. Я маску себе новую купила. Сейчас, девочки, сразу все новинки вам покажу. Так, в Ревгоше, девочки, взяла вот эту маску. Эстель. Я эту маску видела в Валбересе. Я на нее давно смотрела. Очень много хороших комментариев про эту маску, но я не знаю. Я ищу маски те, что для увлажнения волос. Чтобы вот эта сухость прошла, я ищу маску, чтобы увлажняла. И вот эта Эстель именно идет, как бы она увлажняет волос. Сейчас вам увлажнение волос интенсивного, комфорт маска. Эластичность увлажнения. Вот я ищу такие маски, все тестирую, стараюсь. Олео, вот это вот у меня неплохой, но он как кондиционер. А это маска комфорт, бетаин, ланолин и аминокислотный комплекс. Ребят, короче говоря, сколько она? 600, по-моему, рублей она стоит. Я ее взяла, буду тестить, вам расскажу. Я честно говорю, что на Валбересе давно ее смотрела и все не заказывала. Думаю, ну не знаю, у меня же есть. А сегодня зашла и скидочка была, думаю, возьму, попробую. Эстель. Вот. Потом расскажу, как она в обиходе, потому что сейчас не могу вам сказать, потому что не пробовала. А верить комментариям, знаете, людям по-разному, правильно? Некоторым подходит, некоторым не подходит. Дальше что я взяла? Девочки, сейчас такое, я вот говорила, я пользуюсь частенько вот этой штучкой. Это Глискур от Schwarzkopf. Она, для чего я ее беру? Я ее беру для того, чтобы, когда я мою голову, я ей после этого брызгаю, и расчесываются хорошо волосы. Если я ей не брызгаю или не увлажняю какими-то вот средствами, я вырываю очень много волос. У меня очень запутанный волос, и вот она мне помогает. Я ее часто покупаю, она заканчивается, я беру. У меня до этого была фиолетовая. Сейчас в Ревгош я взяла одну, девочки, а вторая идет в подарок из той же серии. Я выбрала термозащиту, буду ей брызгать после мытья головы. Вот, это без утяжеления, легкая формула, термозащита, защита от секущихся кончиков для всех типов волос. Так что тоже взяла вот такую штучку. Вот эту не пробовала, а эту я точно знаю, что она классная. Вот, и я взяла к этой помаде, которой я сегодня была, вот этот карандаш. Девушка пыталась мне всулить за 700 рублей или за 800, я говорю, нет. Вот, ник за 200 с чем-то рублей, цвет под мою помаду, короче, я довольна. Я вот за карандаши не люблю отдавать по 1000 рублей для губ. Не знаю, для меня как-то это дорого. Мне жалко всегда. Я взяла вот такой вот карандашик. Так что, ребят, ну и мягкую игрушку вы видели. Вот такие вот у меня покупочки. Сейчас размораживаю мясо, готовлю ужин, чтобы вечером был, и мою духовку, чтобы у меня было красиво. Я считаю, что кружечки шикарно вписались, мне очень нравится. И место немного занимают, и здесь у меня как раз освободилось, я сейчас что-нибудь найду тому применение, что сюда сложить. Так что вот такие дела. Ребят, мы пришли на наш ЖД вокзал. Мы, короче, живем здесь поблизости. И мальчишки захотели картошку фри. Покажите вашу картошку фри. Тёмка держит картошку. Это их этот молочный коктейль. И сейчас вам сниму, какое сегодня страшное море. Пойдемте. Море, смотрите, какое. У нас даже не получится спуститься. Не, Зай, не туда, пойдем вон туда. Сюда, сюда, Тёма, за мной. Пойдем мы туда встанем, как все стоят. Я видосик сниму. Да, сегодня, конечно, вообще море. Девчонки, а там еще, представляете, люди умудряются купаться вообще. Вот как можно, мозги есть у людей? Ну это красота. Красиво, но страшно. Девчонки, иду, вот сейчас вам поснимаю. Люди просто, дети маленькие купаются. Вот что за родители, скажите?
я, а потом плачут, когда достают их оттуда. Мозгов, если у родителей в принципе нету, то откуда их у детей взяться, у детей? Сейчас вам покажу. Ребятки, мы, короче, сели вот прям вот здесь, на буне, и сидим, наслаждаемся видами. Виды сегодня вообще обалденные, людей много. Но меня поражает, конечно, вообще, как вот родители пускают своих маленьких, да, Илюш, там были как ты, дети, вот купаться вот в такой шторм. Я не знаю, это просто, наверное, не знаю, у меня... Да, я бы тебя в жизни туда не отпустила бы. Сейчас поснимаю вам, какие волны. Пикничок мама организовала. Тём, нравится? Илюш, тебе холодно? Майку снял. Красиво очень. Жалко, заката нет. Ребят, мы все-таки не теряем надежды. И сидим на жердочке, как петушки. Сидим, короче, ждем, все-таки будет закат, не будет, потому что просветы видим. До заката 20 минут. Надеюсь, что мы его увидим, девчонки. Я, короче, развлекаю детей как могу. Наш папа сегодня на работе, сегодня я на хозяйстве. Развлекаю. Кстати, мне штаны пришли, уже в Инстаграм кучу фотографий положила. Штаны удобные. Вот так вот выйти сюда на море, погулять, вообще здорово. Мальчишки, а вы как думаете, увидим закат или нет? Илюш, давай, я беру у тебя интервью. Закат увидим мы или нет? Не увидим? А мне кажется, сейчас из-за тучек выйдет солнышко. А может и не выйдет. Мне кажется, выйдет. Вон там оно не выйдет, а вот здесь оно выйдет. И мы увидим закат. Короче, заката мы так и не дождались сегодня. Идем домой.